Танцующие дети, курьезные случаи из мира животных и оригинальные идеи наших соотечественников. Получить заряд положительных эмоций предлагаем вам, посмотрев нашу рубрику «Новости сети». Подборку юмористических видео подготовила Мария Демидова. О собаках героях слагают легенды, им ставят памятники, о них снимают фильмы. И данный видеоролик как раз про такого храброго, самоотверженного пса-героя, который никогда не оставит хозяина в беде. Это видео планировалось автором как фильм-экшен «Зверское нападение хищника на беззащитных утят». Но в последний момент ситуация кардинально изменилась, и спасаться пришлось самому хищнику. После такого видео понимаешь, что Россия поистине удивительная страна. И только сила нашей инженерной мысли могла придумать и воплотить в жизнь приспособление для движения автомобиля по рельсам. На три вещи можно смотреть вечно. Как горит огонь, как течет вода и как пес пьет воду из хитроумного устройства. А эта очаровательная танцующая малышка из Уфы вмиг завоевала сердца пользователей Рунета своей непосредственностью и грацией.